Ну, вот и первое тестовое сборочка. Приступаем непосредственно к самим жалюзи. Прошлого заказа остались у меня липовые ламирки для жалюзи. Вот. В следующем видео непременно покажу, как я их полностью заготавливаю и делаю. А сейчас нам останется их просто вот, торцевать по нужной нам длине. Вот. И собрать, в принципе, ничего сложного. Не буду укорачивать их и засверливать новые отверстия. Вот, с второй стороны. Торцовку я, наверное, показывать не буду. Вот, а момент сборки уже покажу. Вот, сверловку и изготовление самих ламелек я, наверное, покажу в следующем видео. Вот, это уже надо будет сделать полностью. Как говорится, заначка закончится. Вот, так, теперь самое интересное, наверное, это сборка самих жалюзи. Жалюзи ламельки. Здесь выборка. И они позволяют друг с другом ходить без щелевым пространством, скажем так. Вот. Засверлены получается под два отверстия, вот, под леску. В торцах есть углубление для узелков. Ну и также то же самое в первой. Сейчас будет процесс сборки. Для этого я использую леску диаметром 0,9 или 1 миллиметр. Вот. Ну, в принципе, отрезаем по длине, завязываем узелок и потаскиваем. Процесс пошел. И с обратной стороны я также завязываю узелочки.
Ну вот, в принципе, готово. Двигаться у нас это все будет приблизительно вот так. Ну, приблизительно вот так. Вот. Остается все отшлифовать еще раз наждачкой. Вот. Прочистить все каналы, чтобы железы у нас хорошо ходили. Ну и будем приступать уже к финишной сборке. Thank you.